Всем привет, дорогие мои друзья, с вами я, Клаус341, и это 59-й выпуск моего города в Майнкрафте. Да, друзья, в общем, долгожданный 59-й выпуск, в общем. Да, а причин... Да, дня перечисления населения в городе, я, как сказал, 4 дня, в общем. В общем, пора, что пока что надо расти. В общем, открыл новую улицу под названием Глиновская. Здесь у нас только стоит, только... четырехэтажка, которая там перекрасила в бежевый. И в том числе открытый Глиновский районный суд. Но на самом деле это тоже Калининский районный суд. Но просто... Но получил лишь переименование, потому что он находится в другом районе. Также я поступил с Сашинским районным судом. Тоже, то есть точно так же. Просто заниматься над всеми другими мелочами, типа интерьер, не стал. Просто что это сплошная мука, естественно. Ладно, друзья, сегодня речь не об этом. Сегодня не только об этом речь, но и сегодня же. И сегодняшняя новинка у нас компьютерный клуб. Это PC. Не знаю, как вы, но, наверное, в общем... Наверное, в общем, наверное, перерастет популярностью после... Интересно, какой... В общем, друзья, я хотел с вами посоветоваться. Какое, Саша, какое здание лучше? Торгово-развлекательный центр Рио, который, в общем, который знаком. Или новый компьютерный клуб Clean and PC. Пишите в комментариях. И, возможно, я сменю, наверное, название станции метро и автобусной остановки. С ТРЦ Рио на компьютерный клуб Clean and PC. Адрес, конечно же, я не указал, но я скоро, наверное, поставлю. Кстати, вот здесь вот у нас будет двойная остановка, естественно. Куда же без нее? И давайте ее посетим. Давайте посетим это место. Ну, тут все просто. Вот здесь у нас такая вот касса. Знакомая. Здесь у нас... И здесь каждый этаж разделен на сектора, в общем. Первый этаж у нас первый сектор. И первый сектор — это сектор глина. То есть того, кто заказал этот компьютерный клуб Clean and PC. Сейчас это Кирилл Про. Я не знаю, что произошло с Данилом. В общем, у него страница в ВК есть, но куда, но его канал куда-то пошел не туда. Ну и здесь у нас тоже компьютер. Ну и здесь у нас компьютеры. Просто обычные мелочи. Вот такой вот, такой вот большой стекло. Здесь у нас под видео у нас... Видео свечку, пятиэтажку, АЗС, девятиэтажку такую вот радужную, хрущевку. И, кстати, вот он, Сашинский районный суд по адресу проспект Сашиновского, 19А, рядом с хрущевкой. И вход с этой стороны. Дальше у нас такая лестница, такая вот. Следующий сектор под названием сектор Александра Сашиновского. Вот он, его аватарка, естественно, подпись. И здесь тоже компьютеры. Дальше мелочей нету. Ну и последний, третий сектор. Третий сектор, это уже мой сектор. Даже вот подписан, аватарка моя стоит, естественно. То есть моя аватарка и подпись. Я Color 2001. То есть такой вот сектор, в общем, тоже ничего не отличается, лишь только, естественно, окраску. Окрасил. То есть мой сектор зеленого цвета, Александра Сашиновского желтого, ну и глина, естественно, такой вот фиолетовый. По сути, все одинаковые, естественно, такие, только отличаются в окрасе. Так, я с собой не взял. В общем, друзья, вот такое вот получилось обновление. Такой 5-минутный выпуск получился. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите идеи. Пожалуйста, друзья, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы, во-первых, не пропускать новые видео, а во-вторых, это поднимет актив на канале. В общем, всем спасибо за просмотр и всем пока!